Историческое фехтование войдет в культурную программу вторых европейских игр. Соответствующее соглашение подписано в художественной галерее Михаила Савицкого в Минске. Выставка под названием «Европейские боевые искусства. От кузницы вулкана до искусства Марса» пройдет с 27 апреля по 10 сентября. Люди смогут ознакомиться с уникальной коллекцией старинных книг, шпаг и фехтовальных масок. В художественной галерее выставят более 200 экспонатов, которые впервые в истории будут демонстрироваться в одном помещении. Это смесь традиций с современностью. Беларусь, в общем-то, она точно так же в этом отношении является частью общеевропейской истории. И та уникальная выставка, которая приедет к нам вместе с научной конференцией, вместе с демонстрацией, это не реконструкция, это действительно уже вид спорта, они замечательно пополнят копилку мероприятий, которые пройдут во вторых европейских играх. Стоимость коллекции около 2 миллионов евро. Во время вторых европейских игр запланированы показательные выступления по историческому фехтованию. Они пройдут в Верхнем городе с 22 по 23 июня.